Да пошел ты нахуй! Чтобы вы понимали, мы просрали зачарованные вещи, броню, зачарованный меч, зачарованная кирка. Мы все просрали. И что теперь делать? Ну, у нас есть зачарованный железный меч. Возьмем его. Золотая броня есть, кстати. Да, блин. Вот. Есть обычная железная броня. Тоже неплохо. А у кыш отсюда. Аня. У тебя два алмаза. На меч хватает. А где моя книга, помните, которую мы нашли? По-моему, я ее там оставил. Надо будет вернуться сейчас. И вещи зачаровать. Хоть додумался ее там в сундук положить. Стример не тупой. Мя-мя-мя! А где мелкий? А где мелкий? А, мелкий вырос? Нормально. Так, ладно, смотрите. Каков план-то теперь, а? Мы теперь не сможем нормально эндерменов убивать без такой брони и оружия. Просто обида. Реально. Кожаные ботинки. У-ху! Почти сломанные. У-ху! Сука. Мя-мя-мя! Два меча возьму золотых. Еще одни кожаные ботинки. Вау. О, май. О, май. А штанишки что, нет, что ли? Из железа сделай. А где у меня железо? А вот же, ни хрена себе, 33 железа. Нормально. Так, а как там... Подожди, а как броню делать? А, вон, железные ботинки. Ну, давай. Что еще там? А, ну это нам не надо. Они все в голос просто. А, ну да, это тоже. Да иди ты отсюда. Ну и что это такое? Что это такое вообще? Что это такое? На кого я похож? Это как те самые, кто в дымоходе снимаются, блин. А сколько стоит твой шмот? Ну это вообще бесценно, ребят. 0 рублей. Да хватит! Что это за парк какой-то устроили, блин? Не так, настроения нет. Все просрал! Все просрал! Все просрал! Все вообще! Пойду вещи забирать. Сука. А че вы мне... Вот вы тоже тупые, потому что тупые, а вы не тупые. Вы бы мне сказали, чтобы броню снял хотя бы. Никто вообще в чат не написал, типа, сними броню и иди потом плыви. Никто. Никто. Алмазы. Да я сейчас просто сундук заберу и вернусь обратно. Ну я же не совсем дурак, чтобы алмазы теперь еще и просрать.
Я не пойду туда, в эту шахту больше. Пошла она в жопу. Самая бессмысленная шахта в моей жизни. Ничего там, вообще ничего не было полезного. Говнище какое-то. Реально. Мы писали, чтобы ты домой. Да и что дальше? Ну пошел бы я домой. И что? Я хотел экшен. Плюс мне было интересно узнать, что там в этой шахте. Под водой. А дома что? Ну, мы и так все дома сейчас сидим. Ну, тебе у себя дома, что ли, неуютно? Где это? Во, 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 во. Все, забираем нахрен, валим отсюда. Кого? Ты чё тут? Какого хрена ты за мной пошел? Эй, я тебя не звал вообще-то. Нормально, нет? Ладно, пойдем. Тю, ёп. Не. А нельзя было воду закрыть из ее источника и норм забрать вещи? Ты видел, какой там источник вообще? Не, нельзя. Там источник вообще непонятен откуда. Поймаешь? Эх. Эх бы. Так теперь-то что делать-то? Как будем? Как жить-то теперь, а? Как жить-то, а? Все просрали, всю. В шахту из... Опять в шахту! Да мы все шахты тут обошли, уже нет алмазов. Да. Просрали все полимеры, блин. Да не бей, 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 бей. А-а-а. Там все равно вся броня была сломана. Да ничего она не была сломана. Алмазы выложи, прошу, ради всего святого. Подожди, я же могу меч сделать или что там. Стоит делать меч? А зачаровывать я могу? Ну-ка. Или что, как там? Я забыл уже, как это... Как это вообще делать? На кирку накопи. Ну тут да, кста. У нас, в принципе, есть нормальный железный меч, который зачарованный. В целом у него урон нормальный. А вот кирки как бы нет. Нам надо, получается, еще один алмазик, да? Сука. Ты, у меня вообще, что ли, кирки нет? О-о-о-о. У тебя броня есть. Да, это не броня, это так. Жидкость. Эта книга плохая. О-о-о-о! А где хорошая книга? Утонул слон! Нет! Слон утонул! Как? Да как?
Сука. Че, какого хрена? Все вещи просрали, слон утонул. Что происходит? Почему? Как-то август у нас хреново начинается. Строй могилу. Нормально. Да какого хрена? Таблицку. Ай, я не знаю, как ее делать. Просто да ёп! Ты обосрался, решетка, босс, выключить свет. А-а-а! Блин, включите не вовремя. У нас слон умер. А вы свет тут выключаете. Где кнопка? А, уф. Ну это, конечно, жесть. Ну это, конечно, ужас. Пойду дерево добуду. Добуду. А зачем мне добудать дерево, если у меня все, сука, есть, я могу сделать кирку. А, нет, у меня реально, что ли, дерево закончилось? А, вот дерево. Я даже не знаю, что и сказать, ребята. Это так неожиданно произошло. Он вот был перед нами, вот здесь стоял. Понимаете, да? Он был тут. Мы его видели своими глазами. Трогали его. Нюхали. Он мякал, мякал, а тут бац и умер. Как? Решетка, босс, выключить свет, похороны слона, библиотум, библиотум, прошу минуту молчания, чат. Аноним, ну ты дурак, скажи, анонимы не могут выключать свет. Табличка в сундуке. Минута молчания в честь слона библиотум, 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 p.s. Передаю приветик своей булочке меньше, чем 3. Это самый неудачный стрим по Майнкрафту слоон библиотум. Не, ну это жизнь. Понимаете, это жизнь, ничего с этим не поделаешь. В реальной жизни это так же происходит, неожиданно. Дату поставить? А я откуда знаю, блин? Да нормально, пусть так будет. Слон, зачем в мой ДРП? Это мой самый ужасный день рождения. Пойду плакаться. Как он мог утонуть? Как? Как? Я просто этого не понимаю. Могилу себе строй, а не слону. Кау! Сайтока, спасибо. Мне что, встать? Может, он в аду? Да нет, он умер вот здесь. Кто? Стой! Кто? Да ёб твою мать! Чё, блядь, происходит? Почему они все дохнут, сука? Кто? Кто? Чё за херня? Почему они дохнут? Рестинг пепперони. Ёб твою... Как? Ты говно тупое!
За что? Они суицидятся просто. Что происходит? Наконец-то хуйня на слоне умерла. Можно завести нового кота. Саня, ты чё, блин? У меня и второй кот сдох. Валим отсюда, валим отсюда. Так, надо эту проблему решать. Во-первых, сидите здесь. Вообще не лапай никуда. Так, у нас вторая могила, что ли? А у нас нет этой... Как ее редактировать? Минус вебка. А ну работай, сволочь! Дверь, может, закроешь. Так они сидят, я их посадил. Они сами встают и идут подыхать. Они сидели.